Вы поймите. Я объясню, каким образом использовать наше сознание с целью построения ментальных программ, астральных программ. Я расскажу, как работать с элементами убирания проблемы жизни, как работать со свечой, с энергией времени, рекой жизни. Расскажу, как в реку жизни сплавлять свои заболевания, каким образом это делается. Я расскажу, как убирать быстро неприятности, как сделать так, чтобы люди к вам начали относиться лучше. Я объясню, почему любовь — это плохо. Также мы сделаем такую практику, которая называется вставление, светильника в середину своего сердца. Я объясню, каким образом сделать так, чтобы люди хотели вам отдавать деньги, чтобы хотели вам отдавать чувства, чтобы хотели вам отдавать знания. И расскажу, каким образом это сделать так, чтобы это было за 3 секунды. Раз, два, три. Выходишь, тебе говорят: пупсик-мупсик. Также я объясню, почему возникает у человека депрессивное состояние, беспокойство. Я расскажу, что делать со страхами, когда они возникают, как их идентифицировать. Куда девать свое состояние злости и как делать так, чтобы это было полностью управляемым и нас не мучило, и нам это не мешало.